говорится, можно и на километры задохнуться. Нет, главное спокойно начинать. Главное спокойно начинать. Ну, сегодня отебрал бы чуть-чуть. Да, утра дождь такой был вообще. Был дождь? Дождь вообще правда. Здесь? Здесь. До 7 утра был дождь. Даже вот из Борисова народ подъезжал, говорит, ну, как будем. Бог нас пожалел, конечно, да. Что вот сейчас. Можно классика, знать, но краться здесь. Мы в храме прорезали. Неплохо, классика. И оно как раз подсушило после дождика. На соревнованиях тоже объявляют до старта секунду? Ну, там объявляют 10, 5, 3 и старт. 4, 3, 2, 1, старт. Итак, 10 из 10. 100% идеальный результат у Людмилы Калинченко. Но посмотрите, как в лучшие годы, да они лучшие, я уверен, и у Людмилы Калинченко, и у Ольги Назаровой, и у многих-многих других. Легче. Как мы после тебя бежать будем? Спокойно. Молодец. И, как мы видим, Сергей Новиков принимает эстафету. Большое преимущество команды президента Республики Беларусь. Суммарно шестой огневой рубеж. Второй для Сергея Новикова. И сейчас Сергей Новиков будет передавать эстафету Александру Григорьевичу Лукашенко. Но болельщики, без моих подсказок вы знаете, как реагировать на передачу эстафеты. Больше жизни, друзья! Итак, пока лишь две команды у нас обозначили себя в протоколе после шестого огневого рубежа. Республика Беларусь одерживает не просто победу, а уверенную, красивую, яркую в этом стартовом виде программы нашего спортивно-массового праздника «Минская лыжня 2023». И вот оно, золотое чемпионское время. Пускай команда не ведет конкурса. 31 минута, 44 и 4 десятых секунды. Субтитры создавал DimaTorzok.
Встречаем, друзья, Путин с Антонием. Мы наши. Волосатым мы первые вышли. Главное это самое. На защиту вас. За президента. За Беларусь. Спасибо вам. За президента. За Беларусь. За президента. За жду вас на лыжи в следующий раз. Приходите, будете здоровыми. Девчонок убеждал сейчас журналистов, что им обязательно надо, потому что надо же троих родить, они молодые еще. Сколько? Два? Как нет? Скажете. Нет, а сейчас сколько? Нет. Ой, боже мой, ну как так можно? Значит, два по два. Два по два. И сразу звони мне, буду помогать. Спасибо. Ну чего, все нормально. Все нормально. Это враги пишут, что я завтра умру. Ну я 40 лет все умираю. Не даже умираю. Счастливо вам. Всего доброго.